В Далянь на следующей неделе съедутся более 2000 бизнесменов, чиновников и финансовых экспертов из 80 стран. В городе стартует Всемирный экономический форум новых чемпионов, также известный как «Летний Давос». Участие в открытых дискуссиях, дебатах и встречах примут руководители транснациональных корпораций, а также представители ряда профильных ведомств китайского правительства. Они обсудят, как добиться эксклюзивного роста на фоне четвертой промышленной революции. Особое внимание планируют уделить поддержке предпринимательства, созданию новых рабочих мест и реализации международных инвестпроектов. Летний Давос проводится в Китае с 2007 года. Его по очереди принимают прибрежные города Тяньцзинь и Далянь. Организаторы форума подчеркивают, что их цель – собрать под одной крышей лидеров мировой экономики, влиятельных политиков и представителей бизнес-элиты для обмена опытом и координации стратегий развития. Мы намеренно позиционируем этот форум как главную площадку для встреч представителей следующего поколения международных компаний. Мы стремимся обсудить, поделиться и перенять у них передовой опыт решения проблем в области технологий, науки и инноваций. Это необходимо для решения приоритетных задач, которые были определены на ежегодном зимнем Давосе в январе. Кроме того, эти компании, по сути, и есть движущая сила четвертой промышленной революции. Они создают множество рабочих мест и решают проблемы, с которыми сталкивается современный бизнес.